Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня с вами находимся в сумочном магазине. Ну, это не совсем сумочно, здесь есть все. Но вот в частности сумки тоже. И мы находимся в отделе, который сумок Coach, которые очень-очень популярны у нас в Северной Америке, довольно дорогие, стоят много, и все очень мечтают получить такую сумку. Так, вот эти стоят за витриной. Я вам, наверное, уже показывала несколько раз эти сумки. Мне кажется, что вы уже видели сумки-кошельки. Это очень известный бренд, американский. Вот даже Дженнифер Лопес его рекламирует. И у них, знаете, дизайн, в общем, ну вот что вам напоминает, да? Я думаю, что мы с вами согласимся, что это напоминает нам сумку Gucci, только немножко с другой буквой, да? Но, несмотря на их дороговизну, они по-прежнему, как и все остальные бренды, пытаются так сказать, содрать что-то с чего-то, что довольно известно, довольно известных брендов. Вот шарфик, значит, $115. Шарфики тоже под какие-то известные бренды. Вот такие сумочки. За мной неотступно гуляет продавщица. Она подозревает, не знаю, пока меня не выгнали и снимать не запретили, я подозреваю, что вот совсем скоро, потому что она ходит и очень подозрительно меня смотрит. Я понимаю, что она хочет мне что-то продать. Надеюсь, что я хожу не просто так, а что я что-то куплю. Ну вот давайте посмотрим. Вот такая вот большая сумка, черная и бежевая, за $480 канадских. Вот это тоже 480, черная, и вот такой сиреневый малиновый шопер за 297. Вот такие сумки через плечо, очень удобные, за 360. За 360. И вот такие вот матерчатые, то, что все сейчас сделали, вот такая под... Она под известный бренд, забыла, как называется. Девочки, вы мне подскажете, вы знаете, кто сделал вот эти вот tote bags из ткани? Марк Джейкоб? Да, Марк Джейкоб. Кстати, здесь Марк Джейкобс, тут тоже есть отдел, мы сейчас к нему подойдем. Так, здесь у нас, кто у нас? Это Карл. Ну, в сумке Карла, кстати, я вам показывала их в нашем этом аутлете. Здесь они стоят 248. Такие же сумки, ну, похожие. В аутлете, по-моему, стоили по 120 или что-то такое. Я точно не помню. Вот они есть вот такого фасона. Вот, видите, с такими смешными детальками. Все они под этого, под... Сделаны под... под шанельку такую. И вот эта вот сумочка за 248. Тоже от Карла. И сейчас мы с вами пойдем. Это у нас, по-моему, Ralph Lauren. Тоже такие, знаете, я, по-моему, уже вам показывала. Очень базовые, очень симпатичные сумки. Есть такие за 365. Она как бы на через плечо. И есть вот такой вот большой как бы сумка tote. Это называется tote bag. И есть вот такая вот очень базовая за 285. И что у нас на лето? У нас уже появились плетешки, да? Типа весна пришла. Наша деревня. $250 стоит вот такая вот плетеная сумочка от Ralph Lauren с такой вот кисточкой. Так, есть еще такие Ральфы. Но эти Ральфы на сейле за 213. Кстати, сделаны, по-моему, они из меха. Покрашены вот в такую вот клеточку. Вот эти я вам показывала уже тоже. Они 332, никак они не подешевеют. Они, по-моему, с лета висят. Вот прям явно-таки напоминают летнюю коллекцию. Правда же? Так, и вот тут вот сборная солянка. У нас немножко есть Марк Джейкобс, но очень мало сумок, совсем мало. Вот есть этот вот Толт его знаменитый. Есть такой большой кожаный. И есть вот эта вот знаменитая их сумка тоже с таким вот замком. Марка Джейкобса. А здесь уже пошла сплошная, видимо, распродажа. Сейл. Много сумок от Yes. Они все на сейле. Много сумок вот таких вот праздничных, которые остались после Рождества. Что это у нас? Очень даже ничего. Такая 223. Сейчас я вытащу ее, посмотрю, кто это. Так, не вытаскивается. Кто это у нас?
Это у нас где? А, это Карл. Это у нас Карл. Сделано симпатично. Вот, очень много сумок на распродаже, а новых сумок почти что нет. Вот Guess, я, по-моему, их показывала во время Рождества, перед Рождеством или после. Вот они сейчас все вот эти вот блестюшки, все вышли на распродажу. Здесь большой отдел сейла, пойдемте посмотрим, что здесь еще есть не на сейле. Ничего нового, ничего необыкновенного нету. Все то же самое, все одно и то же, никаких... $80. Что это за коллаб какой-то? Вы знаете, так все скучно и однообразно. Хочется чего-то такого нового, необычного, но я ничего не вижу. Все, что я вижу, чемоданы вон понаставили, чтобы чем-то заполнить пространство. Во-первых, всего очень мало. Просто очень мало. А нового чего-то интересного совсем мало. Вот такие вот, значит, ну, это уже весна, поэтому все розовое. Ну, кстати, у них 10% скидка сейчас. Это не кожаные сумки, но, так сказать, модные, типа современные. Почем они у нас? За 69, $70. Ну, вот не кожаные сумки. Потом вот эти вот этого же бренда. Видите, они всякие. Вот на эти 10%, они по $65. Если вам нужна какая-то вот определенного цвета сумочка вот на выход куда-то, видите, они есть с такой цепочкой, ручкой-цепочкой. И есть вот с такой вот ручечкой, ручкой, такой хендл, топ-хендл это называется у нас. Открываются они... Вот так вот обычно. Это не кожа, конечно, и это видно, выглядит они так себе, если честно. Вот эти того же бренда Pieces, они выглядят немножко получше. Цена тоже $69. Ну так, чуть-чуть получше. Но тенденцию вы видите, да? Тенденция современной сумочной моды заключается в том, что ничего нового. Того, чего мы еще не видели. Что это? Винс Камута, $178. Вот так называется бренд. Тут такая типа кнопка, заклепка большая. В общем, ничего нового никто придумывать не хочет. Все хотят делать и переделывать уже давно известные фасоны и модели. Ни у кого совершенно нет желания делать какой-то новый дизайн. Если кто-то и делает из дорогих брендов, то это тут же передирается. Вот эти, типа это Guess, Steve Madden, вот этими вот компаниями. Вот это, видите, такая прям Balenciaga с зеркальцем. И как же они оценили свое, во что же, во сколько. Что-то цен нет. Во сколько же они оценили? В $129 они оценили свою копию сумок Balenciaga. Вот это копия сумки Hermes. За 119. Вы знаете что? Она симпатичная, она неплохо сделана. Это кто же? Кто же это? Что за бренд? А, тоже Steve Madden. Вот такая вот. Она вот так вот расстегивается. Ну и вот так вот она открывается. Да? И там есть ручка. Вы знаете, что я вам скажу? Она неплохая, она довольно симпатичная. Единственное, что мне как бы не нравится эта идея покупать сумку, как будто бы это что-то дорогое. Хотя я думаю, что вот есть черная такая с пластиковой фурнитурой. Я думаю, что нам от этого никуда не уйти и не деться, потому что так получается, что вот эти вот маленькие компании, которые тоже совсем не дешевые, вообще ни разу не дешевые, они вообще ничего не хотят придумывать своего, а просто вот берут какие-то дизайны. $145 сумка Guess. Она неплохая, кстати. Но это опять же knock-off от сумки Prada. Вот, вот эти сумочки Guess. Я так понимаю, что это новые. За $130 это то, что нам предлагают на весну. Вот такие нам тоже предлагают на весну. Тоже такая, знаете, небольшая копия всего вместе взятого. Все вместе взяли, скопировали.
Вы знаете, я ошибаюсь. Это на сейле за $105, значит, $5 она на сейле. Это значит, что это не новое нам предлагают на весну, а это уже на распродаже. Вот, кстати, сумка Guess. Это такое... По-моему, это Saint-Laurent. Или была такая сумка, я забыла, кто ее сделал. Вот такого типа копия. Вот такая сумочка Guess из ткани. Они тоже должны быть на сейле, потому что они уже здесь стоят давно. За 60... Ну, вообще $68, можно сказать, что совсем даром. Ну, в общем, вот такие вот просто базовые, прибазовые сумки. Вот это, наверное, новые. Сейчас мы посмотрим. Да, за 155. Из такой, знаете, бархатной ткани. Вот. Вот такие сумочки Guess. Кошелечки Guess есть. И вот эти сумочки, по-моему, тоже нового фасона за $130. Вот такие вот из ткани. Они придумали новое лого. Вот это прям было Prada-Prada. А вот эти уже как бы более что-то такое, что они сделали, придумали сами. Мне кажется, что немножко они все-таки озаботились как бы сделать что-то свое самостоятельное. Ну, вот продолжают они производить. Вот видите, вот такая вот, вот такое вот лого. И, ну, как бы, ладно, простим, 130 баксов. Да, в общем, это, что касается Guess. Значит, эти сумки тоже сейчас на сейле. 10% за 125. Вот такой вот бренд. Честно говоря, я не знаю, кто это. Ну, тоже вот такие цветные, веселенькие. Кстати, симпатичные, но такие легенькие. Не кожаные. За $125. Скорее всего, что они не кожаные. Разноцветные, на лето, очень-очень даже милые. И вот такие вот сумки тоже, вот красивого цвета, бесподобного, смотрите, этого же бренда. За 125 тоже. Вот такая вот просто коробочка, сумка-коробочка. Ну что ж, неплохая, симпатичная сумочка. Это они же. Вот такая джинсовая плетенка. Вы знаете, они довольно оригинальные, за 99. Вот это прям симпатичная, оригинальная сумка. Такая багет. Что-то я таких раньше здесь не видела. Все-таки хоть что-то такое интересное, новое, как бы отличающееся. 179. Это тоже этот же бренд. И вот эти вот сумки, кто у нас? Дюна. Это магазин, бренд Дюна, $165. Есть вот такие вот бежевые. Смотрите, какая у нее красивая цепь. Они есть черные, черные, бежевые и вот такие вот цвет кэмо. А вы знаете, что я хочу сказать, что здесь раньше продавались вот эти сумки с собакой. Я забыла, как она, как назывался бренд, английский, довольно дорогой, с собачкой, с картинками смешными, но они пропали. Их больше не продают у нас. Так, Дюна тоже $136. Вот такая малютка. Тоже, кстати, неплохая, симпатичная сумочка. Оригинальная, необычная. Но я вам хочу сказать, что она очень малюсенькая. И у нее такая неудобная форма. Вот я думаю, что в нее даже не влезет мой телефон. Еще такая полукруглая. Не знаю, не уверена, что в нее влезет мой телефон. Ну и вот такая вот обычная, совершенно стандартная. Стандартная. 135. Тоже я думаю, что они не кожаные. Пойдемте, наверное, посмотрим, может, еще украшения, что-нибудь интересное. Так, украшения, украшения, украшения. Украшения все. Такое впечатление, что вся Канада, ну, во всяком случае, провинция Онтарио, только и делает, что ходит по крисмасным вечеринкам. Потому что вот эти вот все, как бы, блестки за $24. Это браслет такой маленький, да? Ну, на мою руку нормально, но мне кажется, что на большинство, как бы, населения он будет маловат. Так, что происходит, я не понимаю. У них есть нормальные? Они красивые, конечно, но это все такие украшения на выход, на праздники. За $36 вот такие вот очень красивые, правда, очень красивые сережки переливаются, блестят. Смотрите, какие интересные. Вот так вот интересно, они сделаны за 18. Ну, вот эти, как бы, их можно, скажем так, воспринимать на каждый день. А так-то вон, посмотрите, все такое. Ага, 24. Ну, в общем, короче, такое ощущение, что все только и делают, что ходят по операм.
операм и театрам. Это брошки, что ли? Потому что все такое блестящее, яркое, большое. Канадцы совсем по-другому, совсем любят другие украшения. Или все раскуплено жемчугалом. Все обычное раскупили, осталась только вот такая вот веселуха. Так, ну это как бы морское. Морская тема, то есть уже летняя, $28. Морская тематика. Это уже что-то такое. Так, тяжелые какие, боже там. Ну, в общем, вот такие вот. Вот зелененьким камушком красивенько. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь три цепочки. Такой изумруд, как будто бы. $25. Видите, вот такая цепь и две. Две обычные, на конце у которой висит зеленый изумруд. Ну, а так все вот такое вот обычное. Вот это интересно. Смотрите. Что-то заплелось оно. Сейчас мы распутаем. Вот, смотрите, какие приятные. Так, вот так вот. Наконец-то я их привела в чувство, в порядок. Симпатичный сатуар за 30-ку. Ну и здесь всякие вот эти вот нормальные, вот всякие маленькие сережки. Действительно, их можно носить на каждый день. Посмотрите, какие симпатичные полукольца. Они не просто так, они вот такие вот. $26. Две пары, серебряные и золотые. У них еще есть небольшие стразики. Вот эти вот, конечно, уже вполне носибельные. Так, здесь у нас что? Здесь у нас тоже какие-то непонятные, что висит. Тоже все с камнями, с большими такими камнями. Здесь пластмасски. Такая веселька. Так, музыка такая испанская, громыхает. Я надеюсь, что она не слышна в моих. Я ее перекрикиваю. Ну, опять у нас праздники, парти, вечеринки. Не, ну красиво, конечно, что скажешь, красиво, но. Ой, вот эти, по-моему, мы видели с вами, да? Мне кажется, что мы их видели. $24. Они еще и вот такие с черно-белым. Очень красивые. Вот эти вот кисточки вышли из моды, но вы знаете, у нас все равно продают вот эти симпатичные сережечки. Ну и к ним же тут вот есть, видите, всякие цепочки разные. Такое колье из разных сделанных цепей. Что еще? Здесь такие, здесь металл, вот эти мне нравятся, такие на каждый день, ну то есть не на каждый день, а каждому наряду их можно надеть, они довольно таки тяжеленькие, но в принципе интересные. Что еще у нас здесь интересного? Что-то мне бросилось в глаза, вот такие с жемчужинкой, 20-ку стоят, очень, кстати, симпатичная, интересная форма. Да. Вот такие вот я не люблю пластиковые, если честно. Мне кажется, что они уже как-то и из моды вышли. Они были одно время в моде, а потом вышли. Ну вот и здесь эти кольца. Кольца и браслеты. Вот тоже немножко вам Рождества. Вспомним еще Рождество, китайский Новый год, браслеты. Какие у нас там еще праздники? Тоже золото. Вот такие же, как серебряные, там были украшения, только здесь золотые. Очень громкая музыка здесь, я надеюсь, что мне не придется. Стеклышко. Интересное, правда? Праздничное. Много вот здесь вот колец всяких. Это, кстати, колец, я имею в виду серёг колец. А вот это колечко, бабочка. Интересное тоже. Ой, как оно все низко висит. Мне старушки свои старые кости нагибать и наклонять. Прямо даже как-то. О, вот красивые такие. Ну, вы знаете меня, да? Почем они? 24. Реально классные. Реально классные. Здесь много вот всяких жемчужины.
вот такие. Здесь, кстати, украшения красивые. Просто они как бы такие вообще не на каждый день. Вот эти красивые, правда? Весельки такие на круглых. 24. Вот такие интересные, правда, красивые. Вот эти тоже. Ну и, в общем, вот, кстати, есть колье. Колье, которое можно носить вот с этими серьгами. Или вот с теми, что я вам показывала с той стороны. Я это здесь тоже видела. Маленькие. Сейчас я их найду. Вот такие. Видите, можно носить вместе с колье вот с этими сережками. Так, а можно носить вот с этими сережками. Но это получается очень много. Большие серьги, большое колье. Это как-то немножко тумач, правда? А так-то всяких цепей дофига. Вот интересное тоже. Вот такое интересное. Очень мне нравится. Прям серьезно. $28. И не очень дорогой. Посмотрите, какое оно прекрасное, красивое. Очень красиво будет смотреться на шее. Но серег к нему я не вижу здесь. Такого типа. Ничегошечки такого нет. Серьги все с какими-то камнями, каменями. А здесь такое матовое золото. Нужно что-то, но я не вижу. Может быть, на другой какой-то вешалке. Сейчас посмотрим. Найдем? Да, хорошо. Не найдем? Не найдем. Может быть, здесь будет что-то подходящее. А, вот здесь есть, допустим, колье такое, бабочка, как там было кольцо. Такое. Вот еще вариант, кстати, жемчужинки с розочками. Такой немножко винтажный у них лук. Правда, вот эти камушки всякие, камушки. Вот красивые серьги. Вот красивые серьги. Ну вот комплекта к этому колье, который я вам показывала, я не нашла. Вот еще есть цветочки с жемчужинками, но это две пары серег. Опять же, если вам те слишком большие все, то вот можно купить, вот реально можно купить вот такие. Они прям подходят, видите? Классно. Здорово. А я вот еще для этого искала и ничего не нашла. Не нашла я ничего подходящего. Здесь другая компания, другой бренд, вот так это называется. И тоже здесь всякие интересные такие серьги. 44, ого, он подороже будет. Но прикольные, правда? Смотрите, какие. Я бы таки надела. Очень даже ничего. Потом вот такие змеюки. Змеючки. И здесь есть, по-моему, какое-то колье со змеюкой, вот такое вот. То есть можно на шею змею, прям классная. Можно змею на шею, это такой более молодежный, $58. Можно такую на шею змею и в уши вот по такой змее. Это будет слишком, правда, мне кажется, что уж если вот такую змею на шею, так в уши надо что-то по... Ну, такое. Смотрите, какое кольцо интересное, как будто бы узелок. Вот, можно купить кольцо под змеюку. Или вот такое кольцо. О, под этого. Под тигра. Под леопард. Нет, тигр. Под льва. Под льва вот такое вот кольцо. К этим вот сережкам. Будет очень даже комплект, по-моему, правда? Так. Ну и что еще? Вот еще змея-браслет. Что-то они ударились в эту змеиную тему. Смотрю, сколько стоит он. $28. Ну и все, пожалуй. И все самое интересное. Здесь вот эти вот буквы, которые уже много. Всем надоели, наверное. Здесь такой немножко тоже другой бренд. Скромненький. Вот здесь, видите, скромненькие украшения. Это прямо под Тиффани. Тиффани сделали вот такую. Тиффани есть такого типа цепочка, такого же плетения. Сколько это стоит? 46. Но они продаются, видите, с мешочком сразу. То есть можно положить в мешочек подарочный. Это какой-то новый бренд. Я его здесь не видела. Здесь очень все скромно. Очень маленькие такие, нежные. Тоже все такое под
под дорогие компании. Просто такие цепи. Цепи. Золотые. Так, ну и все, пожалуй, девочки. Наверное, на этом я с вами попрощаюсь. Не нашла я серёжку там колье, которое мне очень понравилось. Ну, собственно, я особо не собиралась его покупать. Ну, просто вот хотела. Мне было интересно что-нибудь подобрать. Интересно. Все, на этом будем прощаться. Вот тут шарфики еще, пояса, сумки летние, зимние, вернее, еще. Вот там вот уже летние шляпы, летние пояса. Уже как бы лето стучится. Это еще зимнее, а здесь уже, видите, все. Летние сумки, летние шляпы и летние сандали. Давайте попрощаемся на этом. С вами была Дита. Всех люблю, целую. Всем привет из Канады. Всех люблю. Пока-пока, бай.